Теперь давайте приступим к созданию своих страниц в админке. Сейчас мы с вами создадим список элементов, который будет вводиться в нашем модуле в административной части. Можно выделить следующий функционал, как правило, требуем от административной страницы со списком элементов. Это защита страницы от несанкционированного доступа, получение требуемого списка элементов, разбитых на странице, возможность сортировки списка по любому из столбцов, возможность совершения групповых одиночных действий над элементами списка, обработка действий над элементами списка. Соответственно, защита от несанкционированного доступа, то есть только те пользователи, которым предоставлен доступ, имеют возможность совершать те или иные действия, просматривать элементы, изменять и так далее. Также, соответственно, только авторизованные. Далее это получение требуемого списка элементов, разбитого на странице. Мы видим, соответственно, элементы, разбитые на странице. Можем выбирать количество. Далее, возможность сортировки списка по любому из столбцов. Соответственно, сайт, название, сортировки по активности, по генерации, по ID и так далее. Следующее – это возможность совершения групповых и одиночных действий над элементами списка. Соответственно, одиночные, групповые действия. И обработка этих действий, групповых и одиночных, совершаемых из списка. Возможности API, предназначенные для формирования административных страниц, позволяют реализовать эти функции, о которых я сказал ранее, практически независимо друг от друга. Например, формирование списка таким образом, чтобы можно было обновлять данный список и осуществлять переход между страницами посредством AJAX. Допустим. Ведь мы это как раз и наблюдаем. Так, посредством AJAX без обновления остальной страницы. Допустим, у нас в этот момент не перезагружается фильтр. На примере данной диаграммы я хотел бы вам пояснить, как вообще работает вывод списка элементов административной части. У нас есть костяк страницы, в котором происходит подключение соответствующих заголовков, подключение языковых файлов, проверка прав доступа, инициализация соответствующих нам необходимых модулей. Также фильтр списка, если это необходимо, выводится, где конфигурация списка происходит, и проверка, обработка фильтра. Построение, собственно, списка – это выборка и фильтрация списка элементов, настройка сортировки там осуществляется. Как бы в стороне у нас происходит обработка действий над списками. Это групповых и одиночных действий над элементами списка. А, собственно, у нас есть вывод списка, который можно выделить как обычный вывод, а вывод в виде таблицы Excel – вывод части элементов по запросам AJAX, то есть части страницы, а не полная перезагрузка. Обычный вывод у нас также имеет в себе это конфигурация вывода административного меню, вывод фильтра списка и, собственно, вывод списка. Вывод списка также можно подразделить на конфигурацию, собственно, самого вывода, настройка его, да, и конфигурация действий над элементами. И давайте, собственно, перейдем уже к коду и рассмотрим построение списка на примере модуля рассылки, подписки и рассылки. Давайте для начала в нашем модуле, нами созданном, соответственно, в нашем разделе админ, создадим файл. Назовем ее рубрик админ. Давайте сначала проведем предварительную подготовку. Подключаем все необходимые файлы. Это первый общий пролог. Далее инициализация модуля. И пролог модуля.
Прошу обратить внимание, что мы здесь используем файлы модуля подписки, так как мы будем работать с функционалом, который реализован в рамках модуля подписки. Постараемся его вывести просто в своем модуле, нами созданном. Далее подключаем языковой файл. Получаем права доступа текущего пользователя на модуль. Если нет прав, отправляем к форме авторизации сообщение об ошибке. Далее у нас будет идти вся серверная часть. Давайте пока оставим это комментарием. Ну, соответственно, закрываем все второй общий пролог. Далее у нас здесь будет вводиться сама страница, вот мы комментарием пометили это, и закрываем эпилог. То есть структуру мы создали. Итак, видим, что у нас вывелась пустая страница, на ней ничего абсолютно нету, ну потому что мы еще ничего не запрограммировали. При работе с модулем мы обязательно должны использовать языковые файлы, а не прямо в коде писать необходимый текст для вывода в админке. Это касается всех текстов, этого добавить, изменить, удалить, проверить шаблон, вот этих всех текстов. А языковые файлы размещаются по пути, который вы видите на экране, в корне модуля в папке lang. Там он объявляем массив MES определенной структуры, где перечисляем все наши языковые значения. Затем, поскольку изначально параметрами установки Bittrex, каталог Bittrex модуль недоступен посредством HTTP, создадим файл Bittrex admin рубрик PHP, где мы, соответственно, подключим наш Bittrex модуль с interval.academia, админ рубрик PHP. Открываем Bittrex, админ. Ищем наш рубрик админ. Вот interval, рубрик админ. Далее, весь функционал страницы можно разделить на несколько частей основных. Обработка и подготовка данных, которая включает в себя создание экземпляров, необходимых для работы классов, обработку действиями элементами списка, конфигурация и обработка фильтра списка элементов, выборка из базы данных, если она требуется, подготовка к выводу элементов списка, задание параметров таблицы элементов, в точности сортировка, вывод данных, конфигурация административного меню, вывод фильтра, вывод списка. В процессе работы нам потребуются экземпляры следующих классов. Это основной класс для работы со списком элементов в административной панели. Расширение класса CDB Result предназначено для работы со списками элементов скрипта административных страниц. C-Admin Sorting нам понадобится для работы с сортировками списка и C-Admin Filter работа с фильтрами списка. Прежде чем перейдем к коду, давайте посмотрим, что у нас в результате должно вообще получиться. Вот у нас уже сделана есть наша админка со списком. Обработка и подготовка данных. К сожалению, визуально это, конечно, никак не отразить, потому что это внутренний выполняемый код, который мы видим только результат. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас в результате вывода данных должно получиться. Это первое у нас было конфигурация вывода административного меню. Административное меню в данном случае у нас представлено одной кнопкой, кнопкой «Добавить». Вот, соответственно, у нас есть кнопка, при нажатии на которую мы осуществляем переход на страницу добавления элемента. Также у нас большой раздел – это «Вывод фильтра». Вот, собственно, у нас фильтр, так скажем, в классическом битриксовом стиле. Здесь мы можем указывать дополнительные поля для данного фильтра, сохранять фильтры, создавать новые и так далее. И, собственно, вывод списка. В данном случае вот, мы видим у нас один элемент.
мы можем этот список настраивать. То есть из доступных нами полей мы можем удалять, добавлять эти поля, и, соответственно, они будут здесь отображаться, либо не отображаться. Все это дело выводится с постраничностью, также в классическом стиле. И, собственно, резюме таблицы. Также у нас здесь групповые действия. Мы можем, допустим, удалить выбранные, отредактировать, активировать, деактивировать. Ну, собственно, то, что мы запрограммировали. И, соответственно, у каждого есть еще дополнительное меню, у каждого элемента. А теперь посмотрим, как это все можно сделать. Перейдем непосредственно к коду. Для начала создадим экземпляр классов CNNList и CNSorting. Так. Соответственно, ID таблицы. Объект сортировки. Основной объект списка. Фильтр результатов. В нашем примере фильтр результатов будет состоять из следующих параметров. Поиск по идентификатору рассылки, выборка по активности рассылки, выборка публикации рассылки, выборка активности рассылки. Предварительно работа с фильтром осуществляется следующим образом. Да. Сейчас я вам продемонстрирую, каким же образом она осуществляется. Для этого нам понадобится создать функцию. Давайте все это красиво прокомментируем, потому что код нужно будет читаем. Соответственно, проверка значения фильтра для удобства давайте вынесем в отдельную функцию. Так. Назовем функцию checkFilter. На данный момент я хотел бы остановиться подробнее. Зачем нам вообще необходима данная функция? Данную функцию, точнее ее результат, мы будем проверять ниже. И, соответственно, произошла ли ошибка или все прошло успешно, код будет выполняться тот или иной. В нашем случае, в нашем примере, то, что мы реализуем, данная функция всегда будет успешна, потому что введенные значения не могут быть ошибочными. Они либо будут заполнены, либо не будут заполнены. Ну, рассмотрим другой пример. Пример стандартного модуля 1 из Bittrex. Подписка и рассылка. Во-первых, мы объявили две глобальных переменные, которые мы, соответственно, будем использовать в данной функции. Далее мы проходим по массиву, и все содержащиеся значения также делаем глобальными значениями. Далее мы это все будем использовать. Нам это будет необходимо при работе с фильтром. А также рассмотрим пример. Если бы у нас было бы поля начала активности и окончания активности, то, соответственно, ошибочные значения в эти поля или неверные, при которых фильтр не может работать, можно было бы ввести. Какие варианты здесь могут быть? Дата не соответствует, в принципе, формату даты или формату сайта. В данном случае это будет ошибка, потому что если мы ведем 14 месяц, такого не существует, сами понимаете, да? И, соответственно, дата начала активности не может быть больше даты окончания активности, потому что такая ситуация невозможна. Это тоже ошибочная ситуация, и тоже должно сработать наш код. Соответственно, здесь вот мы все это заносим. И в конце у нас идет подсчет ошибок и сравнивается с нулем. Соответственно, если у нас не было ни одной ошибки, то данное условие будет истиной. И, соответственно, данная функция вернет истину в случае, если ошибок не было. Если же ошибки были, она вернет false. И мы будем знать, что какие-то ошибки в ходе выполнения нашего кода, в ходе проверки значений были.
и соответствующим образом мы это все должны обработать. Таким образом встаем. И, соответственно, если у нас есть ошибка, ну, не в нашем случае, да, возвращаем false. Ложь. Далее опишем элемент рефильтра. Сдадим массив. Ну, соответственно. И сдадим туда набор параметров, элементов. Далее инициализируем фильтр. И, соответственно, если все значения фильтра корректны, то мы его обрабатываем. Создаем массив дефильтрации для выборки C-рубрик getList на основе значения фильтра. Вот. Далее. Давайте, соответственно, сделаем обработку действий над элементами. Над элементами списка может совершать два типа действий. Это редактирование элементов непосредственно на странице списка или групповые и одиночные действия над элементами. Определить, что произведено действие над элементами списка, можно проверить значение setMinList edit action и setMinList group action. Не забудьте добавить проверку прав в обоих вариантах. В данном случае проверка наличия прав на запись для модуля подписки. Или для нашего модуля, если мы отдельно устанавливаем права. То есть используем функционал модуля подписки, но отдельно настраиваем этот права и видоизменяем функционал. В памяти мы комментарием, что мы делаем, что мы обработка действует над элементами списка. Первым давайте сохранение отредактированных элементов. Делаем проверку. И давайте пройдемся по списку переданных элементов. Даем forEach. Если у нас ничего не изменилось, пропускаем цикл. А дальше, соответственно, сохраним изменения каждого элемента. Для этого запускаем транзакцию. Создаем класс, экземпляр класса C-рубрик, модуль рассылок. И, соответственно, два варианта. Делаем проверку. Ниже, соответственно, мы закрываем нашу транзакцию. Давайте все значения, которые к нам пришли, мы с помощью forEach занесем в наш собственный массив. И, соответственно, сделаем следующим образом апдейт элементов. То есть, соответственно, если все прошло успешно, эта конструкция у нас вернула какое-то значение, в противном случае будет ошибка. И в данном случае нам также необходимо завершить транзакцию, чтобы все изменения вернулись обратно. У нас еще остался один необработанный момент. Это вот, иначе, если вот эти условия не выполнились, в данном случае мы тоже также должны завершить транзакцию. Значит, откатить все изменения обратно. Единственное, здесь у нас мы знаем, как у сообщения об ошибке. Рубрика не была найдена, соответственно, обновлять нечего. Ну вот мы языковую константу подставили. Давайте теперь обработка одиночных и групповых действий произведем.
также это комментируем, что мы производим. Проверка. В случае, если у нас было выбрано для всех элементов. Создаем экземпляр класса CRubric. Выбираем все значения и заносим их в цикливый массив. Далее пройдем по списку элементов. Прокомментировали. Forage. Если у нас ID элемента меньше либо равно 0 символ, то мы прерываем текущую итерацию forage и переходим на следующую. Соответственно, в данном моменте выполнять ничего нет, никакой необходимости делать equal. И для каждого элемента совершаем требуемые действия. Каким образом? Давайте это все опять же прокомментируем, для того, чтобы код наш был понятен, читаем. Рекомендую вам также это все дело комментировать, потому что через некоторое время либо вы, либо другие программисты, когда вернутся к текущему коду, им будет проще сориентироваться, что здесь, где происходит. Перебор возможных действий мы делаем с помощью конструкции switch case. Соответственно, у нас передается в глобальном массиве действия. Давайте первым делом обработаем удаление. Вот. Соответственно, case delete. Сразу конструкцию закрываем. Вот. Попробуем снять ограничение на время исполнения. Открываем транзакцию. И, соответственно, начинаем удаление. Опять же, мы используем определенную конструкцию такого рода. То есть мы могли бы... она более оптимальна, она более имеет сокращенный вид. То есть если у нас удаление прошло успешно, соответственно, то этот if не сработает. В противном случае, значит, у нас произошла ошибка. Если у нас произошла ошибка, мы должны откатить все действия по транзакции. И, соответственно, мы задаем, что у нас произошла ошибка удаления. Если же данный if не сработал, мы должны закрыть там транзакцию. Все действия у нас выполнились успешно. Далее сделаем активацию или деактивацию. Сразу укажем два кейса. Сразу break. Опять объявляем экземпляр класса C-рубрик. Проверяем то, что у нас была найдена такая рубрика, да, по аналогии с предыдущим разом. Если у нас, соответственно, такая рубрика не была найдена, мы возвращаем соответствующие сообщения об ошибке. В противном случае делаем, заносим, соответственно, значение, какое у нас деактивация или активация произошла, и обновляем рубрику. Опять же, если у нас по какой-то причине не прошел успешный апдейт рубрики, то нам необходимо вернуть ошибку. Далее, что у нас? Выборка элементов. Выборка списка элементов ничем не отличается от выборки в компоненте или на странице, за исключением того, что из результата выборки нужно отфильтровать экземпляр
класса cAdminResult. Для этого что нам необходимо? Первым делом опять комментируем. Что мы здесь делаем? Выборка списка элементов. Да? Далее выберем список рассылок. Объявляем XMPR класса. Делаем getList по фильтру. Видите, данный фильтр мы с вами выше сформировали. Преобразуем список в экземпляр класса cAdminResult. Прокомментировали, что мы делаем. Сделали. Аналогичным образом cdbResult инициализируем постраничную навигацию. И отправим в переключатель страниц в основной объект LAdmin. Сохранили. А что же нам теперь необходимо сделать? Нам необходимо сделать подготовку списка элементов к выводу. А для того, чтобы сформировать таблицу элементов, нужно, во-первых, сформировать массив заголовков таблицы, а во-вторых, отправить список в основной объект LAdmin. Первое осуществляется посредством вызова метода cAdminListAddHeaders, которым передается массив колонок таблицы. Каждая колонка описывается массивом, содержащим следующие ключи. Также опять комментируем, для того, чтобы мы смогли в дальнейшем разобраться в нашем коде. Соответственно. LAdmin, AddHeaders, массив значений, и сразу это все закроем для того, чтобы в дальнейшем не допустить ошибки. ID, соответственно, далее имя рубрики, как видите, мы используем языковые переменные, сайт. Сортировка. Активность. Точнее, это показывать. А чуть выше добавим активность. И еще ряд параметров добавляем сразу. Так, это мы все добавили, сохранили. Соответственно, сформировали то, что нам необходимо. Передача списка элементов в основной объект осуществляется следующим образом. Вызываем cAdminList, addRow. Результат метода, ссылка на пустой экземпляр класса cAdminListRow. Формируем поля строки, используя следующий метод класса cAdminListRow. И также формируем контекстное меню для строки. При формировании полей строки можно комбинировать различные методы для одного и того же поля. Элемент контекстного меню описывается следующим массивом, который вы видите у себя на экране. Здесь бы я хотел отметить ряд параметров, такие как флаг пункта меню, который является действием по умолчанию. Это очень важный параметр. А также действие, производимое по выбору пункта меню. Тут хотел бы отметить, что здесь обязательно указывать именно JavaScript. Давайте все это сделаем. Соответственно, while. Создаем строку. Результат экземпляр класса cAdminListRow. Далее давайте настроим отображение значения при просмотре и редактировании списка. Параметр name будет редактироваться как текст, а отображаться ссылкой. Также давайте мы это все прокомментируем. Так,
параметр lit будет редактироваться в виде выпадающего списка языков. Параметр сортировки у нас будет редактироваться текстом. Флаги активности и показа вывода, да, соответственно, у нас будет растет чекбоксами. Параметр авто будет отображаться в виде да или нет, положительно при редактировании. Так, далее формируем контекстное меню. И редактирование элемента туда добавим. Удаление элемента. Здесь дополнительно проверим, есть ли у нас права доступа на это действие. Далее давайте вставим разделитель. И проверяем шаблон до автогенерированных рассылок. Если, и давайте последний мы сделаем, если последний элемент разделитель, чистим мусор, то есть удаляем последний элемент. Потому что, ну, глупо, если у нас будет последний элемент разделителя. И применяем контекстное меню к строке. И обязательно не забываем закрыть while. Так, мы его выше открыли. Нам обязательно надо его закрыть, иначе будет ошибка выполнения. Для завершения подготовки таблицы остается добавить к ней резюме и настроить групповые операции над элементами. Резюме таблицы формируется в виде массива, элементами которого являются ассоциативные массивы с ключами title, название параметра, и value, значение параметра. Кроме того, ассоциативный массив может содержать элементы с ключом counter и значением true. В этом случае элемент резюме будет счетчиком отмеченных элементов таблицы, и значение будет динамически изменяться. Прикрепляется резюме вызовом метода cadminlist.addFooter. Список возможных групповых операций создается в виде массива элементов вида, идентификатора операции и в виде ключа, и названия операции в виде значения. И прикрепляется к таблице вызовом cadminlist.addGroupActiveTable. Про обработку групповых действий мы уже ранее сказали, да? Давайте все, что мы обозначили, сейчас и проделаем. Соответственно, резюме таблица. Так, внутри у нас массив. В данном случае количество элементов и счетчик выбранных элементов. Далее задаем групповые действия. Также опять в массиве. Удалить выбранные элементы. Активировать выбранные элементы и деактивировать выбранные элементы. Далее, что мы еще можем и должны здесь сделать? Это задание параметров административного меню. Мы также можем задать административное меню, которое обычно отображается на таблице со списком. При условии, что у текущего пользователя есть право на редактирование.
Административное меню формируется в виде массива, элементами которой являются ассоциативные массивы следующей структуры, которую вы в данный момент видите на экране. Мы, среди прочего, можем указать текст пункта меню, ссылку на кнопки, дополнительные параметры до ссылки, указать признак того, что у нас новый блок элемент меню, а также задать выпадающий подпункт. Есть возможность задать пункт меню в виде HTML-кода напрямую. То, что мы делаем сейчас, комментируем. Создаем меню из одного пункта добавления рассылки. Указываем все необходимые параметры и прикрепляем его в списку. Теперь у нас осталось завершить нашу подготовку. На этом подготовка списка завершена. Для того, чтобы обработать альтернативные методы вывода списка объекта посредством AJAX, выводом в формате Excel, вызовем метод CNList, CheckListMode. Комментируем, что мы сейчас в текущий момент делаем вывод. И альтернативный вывод. Устанавливаем заголовок страницы. Соответственно, дальше нам необходимо заняться выводом данных. Как видно на схеме, подготовка страницы и основной вывод необходимо разделить подключением административного файла пролог admin after. Мы его уже подключили на более раннем. Давайте прокомментируем, зачем мы это вообще сделали. Ранее я уже говорил, что вывод данных можно разбить на две части. Вывод фильтра и вывод списка. Давайте займемся выводом фильтра. Прокомментировали, чем мы будем заниматься. Для вывода фильтра требуется сперва создать экземпляр класса CAdminFilter, передав ему список полей, а затем сформировать форму фильтра вручную. Этим мы сейчас и займемся. Сформируем объект фильтра, а далее закрываем PHP и вручную формируем наш фильтр. Tag form у нас фильтр начинается и передаем все необходимые параметры. То есть указываем, то есть это больше похоже у нас на шаблон. Также применяем языковые переменные и специальные функции вывода типа SelectBoxFromArray и тому подобное. Ну, в данном случае мы только используем SelectBoxFromArray. Так, нам еще необходимо, соответственно, весь наш фильтр закрыть перед последним, перед закрывающим tag-form. Закрываем. И еще я хотел бы пару моментов пояснить по верстке. Верстка фильтра у нас представляет собой таблицу, двухколоночную таблицу, где в первой колонке у нас наименование, выведенные через языковые константы, второй, соответственно, поля. Как видите, просто перечень TR, TD. Что примечательно, мы не формируем шапку и подвал таблицы с помощью верстки руками. Для этого у нас есть специальные конструкции. Как я ранее говорил, у нас есть CAdminFilter. Соответственно, вызываем begin. Это у нас шапка таблицы. Вызываем end. Это у нас подвал таблицы. Buttons. Это, соответственно, кнопка.
точнее кнопки управления формы фильтра. Сюда мы передаем идентификатор таблицы списка и, соответственно, путь к странице обработчику фильтра. По умолчанию текущая страница. Ну, также мы передали класс, который используется у нас здесь. Ну и вполне логично, что после всех вышесказанных подготовительных операций вывод списка осуществляется очень просто. Для этого нам необходимо вызвать функцию displayList. Все, после таких трудов мы это все дело сохраняем, обновляем. И вуаля. Здесь мы видим, что у нас, соответственно, все работает. Работает фильтр, можем добавлять, изменять. А вот изменять не получилось, потому что мы еще детальную страницу не сделали. У нас, видите, как вышла ошибка. У нас здесь... У нас здесь, соответственно, не подгрузился языковой файл. У нас нету текста для кнопки текущей. Но это не беда. Вот мы можем открыть на редактирование. Сохраняем. Действие активировать, деактивировать. Будет по страничности. Все это у нас имеется.